В ефірі на телеканалі «Репортер» чергова зустріч з нашим добрим товаришем, доктор економічних наук Сергій Олексійович Якубовський. Вітаю, Сергій Олексійович. Говоримо знов про економіку під час воєнного стану, економіку нашу, економіку ворога. Це дуже важливо. Насправді, вчора, наскільки ми знаємо, був прийнятий, узгоджений новий санкційний пакет, який частково він стосується енергетики країни-агресора, ну, я маю на увазі там ситуацію з вугіллям, імпорту вугілля, також експорт напівпровідників. А взагалі, що ми можемо сказати про вчорашній санкційний удар або не удар по Російській Федерації? Це перше питання. Здравствуйте. Да, ви праві, наші союзники в Європі, в США, вони приймають новий пакет санкцій по відношенню до Російської Федерації. Ну, вы, наверное, понимаете, раз появляются новые пакеты санкций, то значит, предыдущие пакеты были не столь эффективны, как хотелось бы. То же самое касается нового пакета, который в большей степени связан с импортом из Российской Федерации угля. Да, он существенно уменьшит количество угля, которое Россия сможет поставлять в Европу напрямую. Это практически будет уже сложно сделать и заходить в европейские порты. Также есть некоторые ограничения, связанные с импортом нефти. Но почему России удавалось обходить эти санкции и удастся в дальнейшем? Это связано с тем, что в случае, если Европа не закупает, например, российский уголь, то она должна купить этот уголь в другом месте. Например, в Южной Африке, либо в Соединенных Штатах Америки. Если Соединенные Штаты продают уголь, который они продавали, например, в Китае, Европе, то Китаю нужно найти где-то этот уголь, и он его будет покупать в России. Да, конечно, вывозить уголь российский в Китай значительно дороже, чем в Европу, дольше, но учитывая, что цена на уголь более чем в два раза выросла на мировых рынках, то рост цены будет компенсировать рост издержек перевозки данной продукции, ну, на более дальние расстояния. Вот в этом главная проблема санкций. Она связана с тем, что энергетические товары, они сейчас стоят очень дорого, и наблюдается их дефицит в мире. То есть если бы можно было увеличить в два раза добычу нефти, и цена бы упала, как это было, например, в 90-м году, когда развалился Советский Союз, $10 стоил баррель нефти. Сейчас он стоит, вот это североморская марка Brent стоит там $106-107. Понимаете, то есть почему такая высокая цена? Потому что нефти в мире не хватает. Вводятся санкции по отношению к России. Россия, возможно, сократит добычу нефти, но цена вырастет. Цена вырастет и уже выросла. Поэтому они продадут меньше нефти, но по более высокой цене, и поэтому получат больше денег. Тем более, видите, я не знаю, честно говоря, к чему пришли переговоры России с Европой по поводу оплаты цены на газ, на нефть российскую, но есть большая вероятность, что через там один из банков, контролируемых «Газпромом», будет осуществляться перевод долларов, евро в рубли, что позволит России избежать санкций. Но если говорить о Китае, Индии, то эти страны уже согласовали с Россией возможность покупку энергоносителей не за доллары, не за евро, то есть эти деньги Россия сможет получить в обход санкций, которые возможны, если это платежи в долларах либо в евро. Поэтому, к сожалению, санкции не оказали того эффекта, на который рассчитывали Соединенные Штаты и Европейский Союз. И опять-таки, они не могли оказать этот эффект в случае, когда вот большее количество стран по населению не поддерживает санкции. Понимаете, 1,5 миллиарда в Китае, более миллиарда в Индии. Руководство этих стран думает о своем населении, о том, как их кормить, поить, и как-то то, что происходит в Украине, их меньше волнует, чем благосостояние своих стран. И если бы Соединенные Штаты вначале с ними договорились, а потом уже
вот, проводили такую жесткую политику по отношению к России, то эффект был бы. Но Соединенные Штаты, к сожалению, успели разругаться с Китаем еще до начала войны с Россией, поэтому я не думаю, что Китай в данном случае станет на сторону США против России. Речі, така ж риторика лунає з вуст урядовців нашого сусіда Угорщини. Дуже такий цікавий сусід. І коли пана Орбана запитували, а чому такі нерішучі в санкціях, ну, у мене ж є населення, є, там, яке там потрібно теж годувати, не потрібна нам бензинова криза і таке інше. Я не здатний, щоб якось підтримувати пана Орбана. Взагалі, я вважаю, таких людей не повинно бути. Але з точки зору з патріота своєї країни, дещо його можна зрозуміти. Ну, знаєте, по поводу Венгрії, я давно говорив, многие годы, да, що треба налаживать контакт з Венгрією. Ви розумієте, є комісія по сотрудничеству України з НАТО. Она многие годы решение этой комиссии блокировались из-за политики только Венгрии. Венгрия была категорически против того, что украинская власть делала в сфере образования, то, что там закрывались классы, где можно было слушать предметы в школе на венгерском языке. И это было неправильно. Понимаете, то количество венгров, которые живут на западе Украины и которые хотели изучать что-то на венгерском языке, оно абсолютно незначительно и ни на что не влияло. То есть надо было идти на уступки, надо было договариваться с Венгрией. И Венгрия еще до начала войны, осенью 2021 года, официально отказалась от закупок российского газа через территорию Украины. А это был самый выгодный маршрут для Украины, потому что существовал виртуальный реверс, когда можно было газ, который должна была получать Венгрия, оставлять в Украине по очень выгодной цене, и выигрывали и венгры, и украинцы. Ну, Россия проигрывала. Но вот как-то вот политика была очень жесткая. Я не оправдываю Орбана в данной ситуации. Конечно, он должен быть единый с лидерами Европейского Союза касательно агрессии России, потому что, опять же таки, если в данном случае Венгрия и дальше будет поддерживать Россию, то, вы же понимаете, аппетиты агрессора, они не остановятся, да, если удастся им добиться того, чего они хотят в Украине, то и Венгрия потом может тоже пострадать через какое-то время. То есть здесь не дальновидная политика Венгрии, но то, что, к сожалению, многие годы, вместо того, чтобы выстраивать такие дружеские отношения с Венгрией, мы где-то с позиции силы по отношению к ним поступали, это, в общем-то, стратегический просчет, и теперь мы, к сожалению, в лице премьер-министра Венгрии имеем не друга, а, может быть, даже врага. Ну, будемо спостерігати. Я чув і заяви президента Зеленського щодо спілкувань і ймовірних відносин з Орбаном. Це зрозуміло. Ще важливе таке питання щодо курсу рубля. Ми бачили, що перші дні війни він якось там поліз до 200 рублів, потім навіть і більше було. Зараз його штучно ввели в таку стабільну валюту, але наскільки я знаю, що цифри там порядка там 80-90 рублів за долар, це не одне і те, що придбати долар. Придбати – це величезна проблема, і це такий неправильний, ненатуральний курс, і це теж може спостерігатися якісь там фінансові проблеми у наших сусідів агресивних. Ну, я, к сожалению, не могу полностью развить эту точку зрения. У них проблемы глобальные. Глобальные связаны с тем, что умные люди покидают Россию. Компании, которые владеют новыми технологиями, это прежде всего компании США, Европы, покидают Россию. И идет деградация экономики России. Но вот с точки зрения валютного курса и платежного баланса у них как раз, к сожалению, ситуация относительно стабильная. По расчетам агентства Bloomberg американского, у них в России торговый баланс улучшится за 2022 год более чем в два раза. То есть в 2021 году был профицит 120 миллиардов, сейчас будет 250 миллиардов долларов.
Почему? Потому что очень сильно сократился российский импорт. Опять-таки, это скажется на населении. Население уже не сможет покупать качественную европейскую, американскую продукцию. Но платежный баланс и, соответственно, спрос на доллар для того, чтобы финансировать этот импорт, он тоже сократится. Ну, а за счет роста цен на сырьевые товары, за счет того, что многие страны, как мы с вами говорили, не отказываются от покупки российских товаров, у них будет приток иностранной валюты по торговым операциям. То есть в целом экономика будет деградировать, уровень жизни населения будет каждый год снижаться. Но вот на валютном рынке это существенно не скажется, потому что просто закупать, вот что они будут делать с долларами? Да? Вот, ну, купил он доллары в России, куда он их будет девать? Да? Импортных товаров будет все меньше и меньше, качественной техники будет все меньше и меньше. Да, остается только Китай, китайские телефоны, китайские там, приборы всякие. Тоже есть в Китае продукция высокого качества, но вот это единственная возможность будет россиян, поэтому и спрос на доллары. Только доллары сейчас покупают только как средство сбережения, для того, чтобы сохранить свои сбережения от инфляции, которая есть в России. Но для внешнеэкономических операций доллары в России не будут активно использоваться, потому что будут переходить, скорее всего, на юань, на рупии для того, чтобы обходить санкции. Поэтому я не вижу здесь большой проблемы для страны. Хоть и для населения, да, россияне станут значительно беднее, я думаю, процентов на 40, ну, в течение 2022 года. Но государство, которое как раз и заинтересовано в том, чтобы было больше бедных людей, вы понимаете, в чем проблема санкций? Мы видели санкции касательно Беларуси. Как вы считаете, сейчас власть Лукашенко больше власти, чем было 2 года назад, или меньше? Больше. Потому что, опять-таки, санкции вынудили умных белорусов уехать, репрессии Лукашенко вынудили их уехать. А те, что остались, они стали жить хуже. Но, к сожалению, так устроены люди, чем ниже их уровень жизни, тем больше денег они тратят на продукты питания, извините меня, на алкоголь очень часто, вот в России это сказывается. А вот такие люди, они воспринимают информацию очень просто, их легко зомбировать, и чем больше люмпина в стране, тем легче его управлять. Мы помним Советский Союз и помним, как вот даже при Сталине подавляющая часть, к сожалению, вот радовались там расстрелом и тем, что там находили врагов народа, а как раз умных относили к врагам народа, их уничтожали. И вот в России сейчас это происходит, в принципе, умным человеком сейчас в России быть очень, очень даже опасно, я бы даже сказал. Поэтому умных будет все меньше и меньше в России, а те, кто остаются, их, в принципе, все будет устраивать. Будет что кушать, будет русская водка. На нее санкции не распространяются, и будет красивая картинка лживого телевидения. Поэтому вот тут надежда на то, что будет революция в России, у меня, честно говоря, их практически нет. Поступово перенесемося в нашу країну. Ну, от спочатку про глобальні такі проблеми. Це проблеми з поставкою зерна. Ми знаємо, що через блокування Росією портів, через таку агресивну політику, говорять про таку кризу, зернову кризу, а потім вже і про продовольчу кризу. Наскільки всі ці заяви, вони серйозні, наскільки, ну, світ, давайте не будемо говорити про Європу, а деякі країни світу дійсно залежні від українського зерна, яке мало піти на законний експорт? Ви абсолютно праві, ситуація дуже серйозна. Ну, прежде всего, касательно України. Тому що зараз от почалась посівна кампанія. Що робити аграріям? Сеять им зерно, не сеять. Дело в том, что запасы, которые есть в Украине, которые планировалось экспортировать, это около 20 миллионов тонн зерна. То есть 2/3 урожая зерна, зерновых, насколько я понимаю, уже мы успели экспортировать, а еще 20 миллионов, минимум 20 миллионов, это то, что, в принципе, хватит еще на весь следующий год зерном. То есть у нас зерно будет для внутреннего потребления, но вот те, кто его планировал экспортировать, они его не могут продать.
И поэтому, скорее всего, объем посевных площадей будет значительно меньше в этом году, не только из-за боевых действий, но еще за счет того, что вот, ну, зерновые культуры, подсолнечник сеять, учитывая, что у нас и его тоже очень много, это большой вопрос. По поводу мира. Проблема не только в том, что цена на зерно выросла и на другое продовольствие, а в том, что, например, на рынке зерна мы конкурировали с Россией. То есть совместно Украина и Россия контролировали 30% экспорта зерна в мире. И вот наши порты заблокировали, а Россия работает, вот российские порты в несколько смен работают. Почему? Потому что как раз сельское хозяйство России, оно благодаря войне начало развиваться более интенсивно. Потому что Россия не поставляла много зерна в страны Европейского Союза и в США. У них, в общем-то, своего хватает. И Украина как раз поставляла в Европейский Союз. А Россия и Украина мы поставляли в Юго-Восточную Азию, в Северную Африку. А вот африканцам, им, в принципе, абсолютно все равно, хлеб есть из украинского, либо из российского зерна. Главное, чтобы это зерно было. Поэтому страны начали закупать больше российской сельхозпродукции, а наша продукция стоит. Я вот, честно говоря, не знаю, сколько она сможет в хранилищах пролежать. Ну, до лета точно. А вот что будет там осенью, зимой, если вот прошлогоднее зерно будет там храниться, я не знаю, будет ли оно терять свое качество. Нет, но в любом случае это очень плохо для экономики. Вот в целом у нас сейчас работает только 50% компаний по сравнению с тем, что было до войны. В Одессе, я думаю, 20% работает реально. Вот по Украине 50%. При этом поступления бюджета, они сократились от налогов, связанных с бизнесом, в 5 раз. То есть за март только около 20% государство получило от бизнеса, от того, что было запланировано. Ситуацию спасло решение по досрочной выплате дивидендов со стороны Национального банка Украины, Приватбанка и компании «Нефтегаз Украина». Вот эти деньги пошли в бюджет марта, поэтому нам не пришлось печатать много денег. Национальный банк выкупил государственные облигации всего лишь на 20 миллиардов гривен. Это был март. Поэтому, ну, особой инфляции мы не заметили. И особого давления на валютный курс в Украине тоже мы не заметили. Там курс вырос доллара, ну там 32-33, это не критично. Но что будет в апреле, в мае, сколько Национальный банк будет печатать гривен, по решению парламента у него есть возможность напечатать за 2022 год 400 миллиардов гривен. Пока только 20 миллиардов напечатано. Но вот если ситуация не изменится, то я боюсь, что... Ну, не буду прогнозировать, но 40-50 миллиардов каждый месяц гривне, возможно, будет печататься, но вы сами понимаете, когда печатается национальная валюта в условиях экономического спада и закрытия 50% предприятий, то что будет происходить с ценами, с валютным курсом? И, то есть это нежелательно крайне для экономики, но ну, такая тенденция. Якщо вже ми говорили про посівну, говорили про врожай, я не можу в цьому контексті не згадати, що за останній тиждень, за останні два тижні навіть, і це вже не є таємницею, тому що є офіційна інформація, ворог активно атакує бази з паливом, з пальним. Це нафтобази, це і Львів, і Луцьк, і Кременчук, і Одеса, за підтвердженою інформацією, на жаль. Це все, ну, на мій погляд, паливо, яке також мало використовуватися в економіці країни. І це суттєвий удар по всій країні, не там, там північ чи схід, а атакували всюди. І це теж такий акт геноциду. Якщо не буде палива, не буде нафтопродуктів, то зупиняється, ну, якщо не все, то майже все. Ви, Віталій, абсолютно праві. Знаєте, в воєнному плані, скоріше всього, Російська Федерація плохо підготовилась до війни з Україною, і тому нам вдається дійсно добиватися успіхів.
в некоторые вопросы. Но с точки зрения экономики, я думаю, что они подготовились хорошо. И, ну, мы уже с вами говорили, заранее продумали, как вводить западные санкции. Но и второй аспект – это уничтожение экономического потенциала Украины. То есть я думаю, что цель России заключается в затягивании войны для того, чтобы каждый день уничтожать экономический потенциал Украины. Я не знаю, о каких цифрах идет речь, сейчас как бы вся информация, она засекречена, но то, что вы сказали, уничтожение, понимаете, уничтожается не просто, там, сгорает там, миллионы литров бензина, а инфраструктура. Ну, есть информация, что идут удары по заводам, по нефтеперерабатывающим заводам. То есть даже если Одесский нефтеперерабатывающий завод, он с 10-го года он не работал, но в принципе он был в нормальном состоянии. Он может перерабатывать нефть. Говорят, что еще и по другим заводам в Украине тоже были удары. Вы понимаете, Украина, она добывает собственную нефть. И в принципе была возможность в последнее время перерабатывать нефть и получать украинские нефтепродукты. Но если действительно эта инфраструктура уничтожена, либо будет уничтожена, то у нас, в принципе, в ближайшие там, год-два не будет возможности произвести никакого бензина, понимаете? То есть мы будем полностью зависимы от импорта энергоносителей. И то, что запасы, которые были у страны, они методично уничтожаются, может привести к дефициту. Надеюсь, это не произойдет, но как минимум это резко увеличит нагрузку на торговый баланс, потому что теперь нужно полностью все закупать в странах Европейского Союза, где и так цена на нефтепродукты очень высокая. Поэтому какой будет у нас торговый баланс там, по итогам марта, апреля, я не знаю. Но то, что он будет однозначно очень сильно отрицательным и придется много использовать валютных резервов, это факт. Ну, я надеюсь, что последствия будут не столь трагичными, но тут они бьют по критической инфраструктуре и, соответственно, по золотовалютным запасам Украины не только вот на март, апрель, но и на будущее, потому что эта инфраструктура не будет очень быстро восстановлена. Это крайне сложно сделать. Понимаете, даже если сюда придут иностранные инвесторы, вот строить новые нефтеперерабатывающие заводы, новые хранилища, это дорого, долго. И, то есть они бьют по будущему вот, данной топливно-энергетической сферы Украины. Поэтому, видите, они не трогают ничего, что связано с газом, потому что Россия будет и дальше поставлять газ в Европу через Украину. А вот то, что связано с нефтепродуктами, там, где их заинтересованность, она минимальная или даже ее нет, они полностью уничтожают. То есть здесь они методично уничтожают экономический потенциал, и это скажется и сейчас, и в будущем, и это плохо. Ще одне уточнююче питання. Ми дивимось, чуємо багато новин про те, що західні уряди, західні організації якось фінансово допомагають Україні. Там бюджет Америки допоможе, ще там бюджетам Британії, європейських країн. Це якось фіксується десь, щоб потім було зрозуміло, що Захід саме економіці України допоміг в такому обсязі. І ці гроші пішли туди, туди, туди. Тому що я зараз бачу, що є така відверта, чесна спроба допомогти, дуже допомагають біженцям, але я теж, у мене є питання, але це вже можливо для іншої розмови, тому що потрібно акумулювати всі ці дані. Тобто якісь фонди допомагають біженцям в Європі, а саме як ці гроші витрачаються. Але це про біженцях це окрема розмова. А ось про допомогу саме державі Україна, ці гроші хто отримує? Міністерство фінансів, казначейство, то Міністерство економіки. Як все це працює? Яке у вас розуміння цих процесів допомоги Заходу, пане Сергію? Ну, знаете, у меня достаточно критическое отношение к этой помощи. Я, честно говоря, ожидал другой реакции со стороны США и Европейского Союза. Ну вот я могу вам сказать, что вот за первый квартал Украина получила западные помощи, причем это включая январь, февраль,
где-то на 3 с небольшим миллиарда долларов. При этом 1,4 миллиарда выделил Международный валютный фонд. Это непосредственно получил Национальный банк Украины. Это хорошо. Дальше. Европейский союз выделил 600 миллионов евро. Чтобы вы понимали, в то же самое время он выделяет 7 миллиардов евро помощи европейским странам, которые столкнулись с беженцами из Украины. То есть Украина, где осталось, ну, сколько там, 35 миллионов человек, получила 600 миллионов от Европейского Союза. Страны, куда выехало там, ну, несколько миллионов беженцев, 7 миллиардов. А? У нас взрывают нефтебазы и так далее, у нас все перекрыто, мы получили от ЕС 600 миллионов. Вот Италия, одна из немногих стран, она дала 100 миллионов евро. Это суммы абсолютно небольшие. То есть они себе выделили 7 миллиардов на обустройство беженцев украинских. Я понимаю, да, спасибо им, но это 7 миллиардов. Мы получили 600 миллионов. То есть я уверен, что от ЕС мы не получим за весь год столько, сколько они выделили своим странам на помощь украинским беженцам. Причем вы сами понимаете, что несмотря на там, то, что, возможно, 3 миллиона выехало, ну, подавляющая часть украинцев, мы остались в Украине, а нам выделили, видите, 10 раз меньше. То есть здесь суммы пока очень-очень небольшие. Да, Соединенные Штаты еще до войны выделили нам 1 миллиард долларов в качестве гарантии по обслуживанию украинского государственного долга. При этом они выделяют 13 миллиардов долларов на дополнительное финансирование своих войск в Польше, Венгрии, на вооружение, в том числе для Украины. Это важно. Но нужно, чтобы хотя бы такая же часть шла на поддержку экономики. Потому что вот то, что мы с вами сегодня обсуждали, да, ситуация в экономике, она крайне тяжелая. Да, если 50% предприятий закрылись, то как-то, ну, люди должны получать деньги. Понимаете, то есть сейчас реально ситуация очень тяжелая для тех, кто остался в Украине. Они же стараются поддержать прежде всего себя. То же самое в сфере образования. Вот я смотрю, да, я работаю в Одесском национальном университете. Я остался здесь, как большая часть преподавателей. Получить какую-то поддержку на то, что мы работаем сейчас со студентами здесь, практически невозможно. Зато тысячи грантов. Если вы уехали в Германию из Украины, пожалуйста, мы вас берем туда. Студентов, ну, очень активно привлекают на то, чтобы они перешли учиться в европейские вузы. Потому что это майбутня рабочая сила, квалификованная. Это рабочая сила, это интеллектуальный потенциал. Вы сами понимаете, да, учиться там в той же Германии, ну, это человек, люди, наверное, умные. А поддержите тех, кто здесь остался, которые по ночам просыпаются от воздушной тревоги, а потом утром идут на занятия онлайн и учатся. Почему вы их не поддерживаете? Понимаете? Пожалуйста, если ты хочешь поехать учиться на семестр в Италию, да, тебя поддержат. А почему не поддержать тех, которые здесь учатся в этих условиях? Мы практически не получаем ничего. То есть вот здесь такая помощь, много сочувствия, какая-то военная помощь. А вот в сфере того, чтобы поддержать тех, кто здесь, мы пока получаем, ну, какие-то совершенно небольшие суммы. Поэтому если они думают и дальше нас поддерживать оружием, но при этом тех людей, которые непосредственно не связаны с армией, а то же самое армия, люди должны получать зарплату, потому что они воюют, а у них родители, семьи, дети здесь, их же нужно как-то, чтобы они тоже жили, не только ж автоматы нужны. Ну, а да. Здесь, понимаете, пока очень ограниченная помощь. Я згоден с тем, что фронт, він не только військовий. Фронт, ну, наприклад, є інформаційний, економічний, є, ну, побутовий, тому що всі роблять свою справу для того, щоб, ну, давайте візьмемо там міста Київська, Сумська, Чернігівська області. Вони вже розпочинають відбудовувати, щось робити, тому що робити потрібно зараз. Війна триває, а відновлювати потрібно зараз, тому що, ну, якось потрібно повертати життя. А це кошти, це ресурс, це енергія, це час. Ось так я це бачу. Да. Вот журналисты, скажите, пожалуйста, вы много получили денег от западных партнеров, да, которые говорят, вот украинские журналисты, молодцы,
сражаются и на фронте, и не только, да, сообщают правду о том, что происходит. Вот много вы получили денег от западных партнеров? Ну, я не знаю, может, конечно, но насколько я слышал, тримайтесь, мы с вами. Но, знаете, надо ж и поддержать людей просто финансово в этой сложнейшей ситуации. Потому что я думаю, что и телекомпании, особенно частные компании, ну, сложности у нас финансирование объективное, потому что денег, вообще денег ни на что в бюджете нет, кроме вот обороны и вот какие-то вот социальные там, пенсии, то, что вот по минимуму, да. А журналистам же тоже надо жить, и у вас есть семьи, то есть... А об этом почему-то на Западе как-то вот общие слова, а поддержать непосредственно тех людей, которые здесь борются на всех фронтах, этого я вот, честно говоря, не видел. Абсолютно, Кичу, дякую за відверту розмову. Як завжди, експертну думку, будемо спостерігати за тим, що відбувається в нашій країні, чекати на добрі новини, хоча з таким сусідом, вони ще, мабуть, на жаль, не скоро будуть. Але боротьба триває, і дякую і вам за те, що допомагаєте розбиратися, що відбувається в економіці як нашої країни, як і інших країн, ну, також і країн-агресорів. Дякую, Сергію. Залишайтеся з нами, будемо тримати зв'язок. На все добре. Спасибо.